зовут Таня. Я приходила в возрасте, верующая уже с 93-го года. И, слава Богу, Бог меня привел к себе. Очень благодарна ему за это. Слава Господу. Сейчас миссионер в Вологодской области. Есть такой город недалеко от Великого Устюга. Великий Устюг, наверное, слышали? Там Дед Мороз, как говорят, поживает. Вот там есть город Никольск небольшой такой. Вот я там туда приехал, Бог меня позвал, ну, миссионером. Там вот 4-й год уже служу, слава Богу. Такой же небольшой церкви, как ваша. Нас немного, но, слава Богу, тоже уже где-то 20 с чем-то лет в церкви. То есть попробуй сыграть теперь, если получится на этой гитаре. Я рок-музыканта сразу же почувствую. Может, еще руку на скидку? Да, наверное, мне еще она не смогла. Пониже, повыше. Нет, только она не регулируется, Саша. Саша, ну вот сюда подвижите. А я тогда не видно. Всех подвижите. Ладно, спою, ничего, спасибо. Молодец, хорошо получилось.